Привет, это видеообзор корма фирмы Брит. Я его приобрела в магазине Шиншилка. Наша Сонька пробовала разные вкусы, ей очень понравилось, я очень довольна. Значит, в этот раз я взяла с говядиной. Это полнорационный корм премиум-класса. Именно этот корм предназначен для поддержания активности животного, для любых возрастов, в том числе для щенков, и для нормализации пищеварения. Этот корм с коллагеном. Значит, состав отличный. Читаем. Говядина 36%, говяжий бульон 35,5%, курица 22%, рубец говяжий 4%, коллаген 1%, минералы 1%, лососевое масло 0,5%. Вот такой лаконичный, отличный состав. В банке 800 грамм сейчас найду. Ага, вот. Масса нет, а 800 грамм. Очень экономичный, отличный корм. Хорошо лежит в холодильнике. Я очень довольна. Значит, вот здесь значок не содержит ГМО и не содержит сои. И вот так выглядит, собственно, сам корм. Мягкий нежный паштет с кусочками. Я очень довольна покупкой. Спасибо магазину Шиншилка.